Продолжаем наше занятие, посвященное поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Следующий герой у нас – это коробочка. Но мы будем говорить пока уже не о ней, а о коробочке самого Чичикова. Потому что речь идет в поэме о Чичикове в последнюю очередь. Гоголь говорит о нем даже так: «И так припряжем подлеца». Подлеца почему-то. И часто слуга носит за Чичиковым именно деревянную большую шкатулку с выкладками из карельской березы. Конечно, наша шкатулка без выкладок из карельской березы, но в какой-то мере она символизирует эту коробку. Потому что, мне кажется, каждый человек в какой-то мере шкатулка, каждый из героев Гоголя. И как тут сказано, тут и перегородки для бритв, и квадратные закоулки для песочницы, и лодочка для перьев, песочница и там еще чернильница. Весь верхний ящик вынимался, там еще были бумаги, и еще была маленькая потайная дверца для денег. У каждого человека есть какие-то свои секреты, свои небольшие тайны, то, что он, о чем он говорит только самим собой. И мне кажется, эта шкатулка очень примечательная, потому что она как-то обрисовывает Чичикова. Чичиков в то же время мелочный. И в то же время в нем много-много самых разных качеств. И в то же время я хочу сказать, что ни к одному из героев Гоголя я не чувствую отвращения даже к Плюшкину. Потому что, мне кажется, они прекрасны. Просто каждое качество в них Гоголь гиперболизировал. То есть преувеличил для того, чтобы мы как сквозь лупу смотрели на них и пытались быть непохожими, и хотели бы, чтобы у нас не было таких отвратительных качеств. Чем мы занимаемся на уроках литературы? По отношению к героям, к литературным образам. Мы берем какую-то основу и пытаемся заполнить ее красками и оттенками для того, чтобы безликий герой, плоский литературный образ наполнился жизнью и стал для нас красочным, красивым, родным, и чтобы в нем мы отыскали не только духовную пустоту Собакевича, но и его хозяйственность, его гостеприимство, как он принимает Чичикова, какие блюда на его столе, блюда очень больших размеров, самые разнообразные. Мне кажется, герой должен быть не таким бисквитным, а именно таким полноценным, красочным и интересным для нас. И когда мы пишем сочинение, мы должны об этом помнить и приводить какие-то детали. Потому что, например, Собакевич был похож на средней величины медведя. Его и звали Михаил, а коробочку звали Анастасия. И они собой как бы символизируют пару из русских народных сказок. Михаил и Анастасия, как бы медведь и медведица. Хотя супруга самого Собакевича была худая, высокая и держала голову прямо, как пальма. Далее у нас идет Ноздрев. В Ноздреве, я думаю, нужно отметить праздность. Потому что человек ничем не занят. У Собакевича какое прекрасное хозяйство. У коробочки сколько много блюд на столе. И она тоже все время чем-то занята. И
когда Чичиков уезжает, она берет у него обещание приехать и купить у нее и пеньки, и меду, и много всего. И Манилов тоже раскладывает пепел от трубки очень красивыми рядами. А она такие шьет и вышивает бисерные чехольчики на зубочистку. А Ноздрев, чем он занимается? Он ездит по ярмаркам, он пьет, он врет. Поэтому у него даже одна бакенбарда тоньше другой. И его называют историческим человеком. И именно он виноват в том, что такая, казалось бы, успешная афера Чичикова была раскрыта. Именно он сидел на полу, дергал танцующих за полы и кричал Чичикову, что он херсонский помещик, который скупает мертвые души. И апофеозом образов Гоголя является образ Плюшкина. Это уже как бы доведенная до крайности фигура. Это уже отвратительное скупердяйство. И Гоголь очень детально показывает, как он дошел до такой жизни. Как, когда у него была полная семья, он был нормальным, хорошим, экономным хозяином. А потом со смертью жены окошки его души стали одно за другим закрываться. И в конце концов все закрылись. И только когда он вспомнил председателя, своего одноклассника, у него какое-то чувство промелькнуло на лице и исчезло, и оно стало еще более отвратительным. Поэтому я хочу напомнить вам слова Гоголя, которые я всегда напоминаю выпускникам. «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество. Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом». Такой он дает совет после того, как рассказал о Степане Плюшкине. Но известно, что во втором томе «Мертвых душ» Плюшкин как бы реабилитировал Плюшкина, но мы об этом никогда не узнаем, потому что книгу он сжег. А здесь мы посмотрим, тут у нас должны быть образы чиновников, кувшинное рыло, у нас есть чиновник, шум от перьев был большой, и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес. Мне кажется, кувшинное рыло тоже маленький человек, как и Акакий Акакиевич Башмачкин. Конечно, это не полноценный образ, как образ Башмачкина, но все-таки его тоже можно выделить. Мне кажется, такие ассоциации всегда нужны. Вот перья. Так. И вот Чичиков. Что ему сказал отец? Мы помним завещания или заветы, которые сказали отцы своим детям. Например, Гринёву отец сказал: «Береги честь с молоду». Молчалину отец сказал, наказал угождать всем людям без изъятия. А вот завет отца Чичикова. Вот. «Не угощай, не потчевай, учись, не дури. А самое главное, больше всего, береги и копи копейку». Эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой. И Чичиков свято поверил в этот завет и воплощал его в жизнь. Но ничего у него каждый раз не получалось. Но Чичиков у нас отличается оптимизмом. Поэтому он говорит: зацепил, поволок, сорвалось, не горюй. Поэтому он каждый раз затевал все новые и новые аферы. Так. А вот Чичиков. Сколько у него было занятий.
И в строительной комиссии он работал, и на таможне он работал, и обзаводился и кое-какими деньгами, и голландскими рубашками из очень тонкого полотна, вот, да, и мыло покупал весьма недешево для сообщения гладкости кожи. И когда у него очередное дело сорвалось, следователи по доброте душевной оставили ему как раз несколько кусков мыла. А вот мы видим, это начало 20 века. Это мыльница моего дедушки. Это дорожная мыльница. Так и написано. С героями русских народных сказок. Так, вот. Вспомним, как Чичиков учился. Он угождал учителю, который был большим любителем тишины и хорошего поведения. Был на отличном счету, да, и получил аттестат и книгу золотыми буквами. Хотя, мне кажется, особыми способностями по предметам он не отличался. Но зато он был очень предприимчив. Мы немного прошлись по всем героям Гоголя, по всей галерее помещичьих образов. И я думаю, что Гоголь хотел уяснить для себя и для нас вопрос, что есть человек, в чем смысл человеческой жизни, в чем назначение человека. И поэтому, наверное, первая книга «Мёртвых душ» – это ад. Потому что он не смог найти человека, настоящего человека, который жил бы для своей таинственной родины и который бы двигал ее вперед. Но я думаю, как адвокат, что каждый из героев, хотел он этого или не хотел, а все равно жил в России, занимался чем-то, пусть даже это и Ноздрев, у которого была лошадь голубой или розовой масти, а все равно Россия шла и шла вперед, неслась, как птица-тройка.